Является график, которым мы планируем наши встречи, да, и те, которые, возможно, мы их реализуем. Если у нас возникает история, при которой мы не можем из-за боли, да, пойти на встречи, на съемки и так далее, у нас в этот момент становятся наши тексты, которые мы откладываем как раз на эти черные дни. Да? Да. Вот. А свободное время мы занимаемся тем, что мы планируем, осуществляем вот эти договоренности. У нас есть вещи, которые мы не можем регулировать, да, потому что это договоренности, которые уже есть в графике, да, встречи там и так далее. И дальше у нас есть две подвижные истории. Да? Если у нас в какой-то день нету встречи, и мы хорошо себя чувствуем, мы занимаемся планированием, договоренностями там и так далее. Да. Если у нас в какой-то день нету встречи, да, или мы не можем идти навстречу, но у нас есть боль, то мы на этот период откладываем создание текстов, да, разбор писем там и так далее.